Давайте я поздравляю. Владыка, разрешите вначале поздравить вас с праздником. Расскажите, пожалуйста, что у вас сейчас на душе, когда прибавился еще один дом Божий, скажем так, в вашей епархии. И, если можно, немного об истории этого храма. Да, благодарю вас за поздравление. Сегодня действительно замечательный день в Козельской епархии. И сама природа радуется. У нас летняя погода такая замечательная. Сегодня мы осветили храм в честь зачатия Иоанна Предтечи в селе Губино в Козельском районе. Этот храм вообще, и сам храм замечательный, потому что достаточно древний. 1703 год обозначен как освящение этого храма древнего. Поэтому он один из древних храмов нашей Козельской земли. Это первое. Второе, за 4 года он поднят из руин буквально. 4 года назад здесь и храм был сам. Если вот вы найдете фотографии первоначального вида, перед тем, как начали его восстанавливать, вы увидите, какая разруха. Это были сплошные руины, бурьяном все заросло. И вот за 4 года смогли сделать такую красоту, восстановить. Это тоже как чудо Божие расценим, потому что такой короткий срок. Очень редко удается восстановить такие храмы. 90 лет назад, ровно 90 лет назад, в 29-м году он был закрыт безбожниками, началось его разорение. И вот ровно через 90 лет мы вновь совершаем великое освящение этого замечательного храма, чтобы здесь опять воссияло, затеплилась лампада молитвы народной Господу Богу. История, какова восстановление этого храма, тоже она необычная. Одна молодая семья заинтересовалась участком, где бы приобрести участок недалеко от Оптиной пустыни. Подошли, пришли за благословением монастырь в Оптину пустынь, к духовнику обители, и с таким вот, за таким благословением, чтобы здесь построить небольшой домик. И когда духовник монастыря и наместник покойный, отец Венедикт, узнали, что здесь есть храм, они как бы благословили и восстанавливать храм. И вот уже с этого момента, это тоже было не так давно, лет 5, наверное, назад, с этого времени здесь уже около 40 молодых семей православных приобрели участки с намерением строить дома, с намерением перебираться сюда из города, чтобы здесь жить. И в связи с этим здесь уже построен детский сад, в дальнейшем будет построена школа. То есть здесь такое образовывается православное поселение вокруг этого храма, вокруг этого прихода. Вот. Сам храм и земля под ним переданы во владение Козельской епархии на предыдущей неделе, на предшествующей, прошу прощения, неделе, которая ушла. Мы встречались, я встречался с руководителем Росимущества по Калужской, Брянской, Смоленской областях. И мы подписали с ним договор о передаче, приеме передачи этого храма в собственность Козельской епархии. А поэтому вот, на нашей территории епархиальной Козельской вот такая замечательная святыня новая появилась. Я очень рад, благодарю Бога, благодарю всех жертвователей, которые приняли участие в восстановлении, возрождении этого храма. Пусть Господь по молитвам святого пророка и Предтечи Господня Иоанна помогает всем нам найти истинную правильную дорогу ко спасению. Спасибо большое. Спасибо.